Привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре настенный газовый котел Navien Deluxe 13K. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору, а теперь начнем. Настенный газовый котел Navien Deluxe 13K – это один из наиболее популярного и распространенного на территории России вида отопительного оборудования. Котел предназначен специально для сложных условий с учетом возможных перепадов давления воды и газа, скачков напряжения и прочих факторов, осложняющих эксплуатацию. Отличается компактным исполнением, производительным контуром горячего водоснабжения и низким уровнем шумов при работе. Котел настенного исполнения имеет аккуратный и привлекательный внешний вид, он компактен и не занимает лишний объем в помещении. Мощность котла позволяет обслуживать площадь до 100 квадратных метров, что является наиболее предпочтительным вариантом как для частных домов, так и для квартир. Данная модель котла пришла на смену старому модельному ряду. Конструкция новой серии мало отличается от устройства старых моделей, но внесены некоторые усовершенствования. Усилены слабые узлы, устранены некоторые недоработки в соединениях и деталях. В состав основных узлов отопительного агрегата входят теплообменники, основной и вспомогательный, выполненные из нержавеющей стали с повышенной стойкостью к коррозии, расширительный бак на 8 литров, циркуляционный насос, предназначенный для циркуляции теплоносителя по контуру отопления, модулируемая газовая горелка, вентилятор для наддува горения, трехходовой и газовые клапаны, обеспечивающие изменение режимов работы, датчики и платы контроля, присоединительные патрубки, соединительные трубопроводы и прочие детали. Агрегат построен на основе закрытой камеры сгорания. Для притока воздуха и удаления продуктов сгорания используется как сильный дымоход. Управлять котлом очень легко, в комплекте с ним предоставляется выносной пульт управления. Вы можете прикрепить его в любом удобном для вас месте, чтобы панель управления котлом всегда была у вас под рукой. Она русифицирована, снабжена ЖК-дисплеем, на котором отображается вся актуальная информация о работе устройства. С помощью кнопок вы можете настраивать оптимальный режим обогрева, задавать необходимые параметры и тем самым легко и удобно регулировать климат в доме. Такая система управления позволяет сэкономить до 10-15% топлива, способствуя экономии на коммунальных платежах. Монтаж котла производится на прочную стену с достаточной несущей способностью. Подключение сводится к присоединению к штуцерам агрегата всех соответствующих трубопроводов. Также для функционирования потребуется постоянное питание от электрической сети 220 вольт. В районах с сильными перепадами напряжения следует защитить оборудование, установив стабилизатор. В противном случае возможно отключение котла и перемерзание системы. В качестве топлива используется природный газ, его условия не позволяют подключение к магистрали. С помощью нескольких жиклеров агрегат может быть переоборудован для работы на сжиженном газе. В комплекте, кроме самого газового котла, вы получите набор крепежных элементов, в комплекте кронштейн, пульт управления и документация, упаковка картон. Настенный газовый котел в двухконтурном исполнении предназначен для отопления и приготовления горячей воды в жилых помещениях. Важным преимуществом данной модели является его приспособленность к отечественному давлению газа. Он способен стабильно работать даже при низком давлении от 4 миллибар. Отличается стабильностью в работе и при перепадах сети. Ему не страшны даже значительные отклонения напряжения при колебаниях плюс-минус 30% от 230 вольт. Он продолжает работу, гарантируя высокий уровень безопасности. Также на стабильность работы котла не влияет низкое давление воды, вплоть до 0,1 бара, что позволяет использовать его в местах со слабым напором. Настенный котел оснащен модулируемой системой турбонаддува. Она обеспечивает создание оптимальных условий сгорания газа в камере сгорания. Здесь используется система датчиков, работа которых поддерживает определенное соотношение газа и воздуха. Вентилятор в данной модели установлен под горелкой, что способствует уменьшению теплопотерь и повышает теплоотдачу. По своей эффективности и КПД этот котел превышает аналогичные модели с медными теплообменниками. Модуляция пламени горелки дает возможность плавно регулировать интенсивность подачи топлива и убавлять-прибавлять пламя, что позволяет снизить потребление газа. Также котел поддерживает летний режим работы. Принцип действия агрегата заключается в нагреве воды и теплоносителя посредством тепловой энергии от сжигания газа. Максимальная тепловая мощность этого устройства составляет 13 кВт. КПД достигает 91,7% в зависимости от текущего режима работы.
Максимальная производительность контура горячего водоснабжения котла около 9,2 литра в минуту при нагреве на 25 градусов. Температура теплоносителя варьируется в пределах от 40 до 80 градусов. В контуре горячего водоснабжения соответственно 30-60 градусов. Расход газа довольно мал. При максимальной мощности расход природного газа составляет 1,4 метров кубических в час. Сжиженного 1,16 килограмм в час. Давление природного газа должно быть на уровне от 10 до 25 миллибар. Сжиженного не более 28 миллибар. Оборудование оснащено эффективной многоуровневой системой защиты, которая обеспечивает его абсолютную безопасность в эксплуатации. Защита включает в себя следующее. Датчик APS для контроля работы системы дымоудаления и влияющего на обороты вентилятора. Встроенный в плату управления чип SMPS для защиты от колебаний в электросети. Термостат для защиты от перегрева первичного теплообменника. Датчик протока отопительной воды. Ионизационный контроль наличия пламени. Предохранительный клапан сброса избыточного давления в системе отопления на 3 бара. Система защиты от замерзания жидкости в контуре. Автоматическая система защиты от заклинивания срабатывает каждые 24 часа. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам негатив. Немного шумноват, щелчки при зажигании форсунки. Сбои происходят из-за очень жесткой воды. Дорогое сервисное обслуживание. Но есть и позитивные отзывы. Со своей задачей справляется хорошо. Выносной пульт, на котором можно настроить нужные параметры. Цена-качество. При скачках электричества работает отлично. Быстро нагревает отопление. Возможно, вы станете владельцем этой модели газового котла. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!